Данная проверка проводится у нас два раза в год. Почему? Потому что первая проверка – это весенний период. Это для того, чтобы подготовиться, проверить нашу систему, готова она к готовности к пожароопасному периоду, либо паводковую ситуацию. И после проведения технического обслуживания номер два – это годовое техническое обслуживание. То есть мы проверяем готовность самой системы, работоспособна или неработоспособна. Это где-то ноябрь месяц.